Всех приветствую у нас на канале. Нам потребуется мясо, порезанное на вот такие продолговатые кусочки. Его мы маринуем в соевом соусе. Как минимум полчаса в холодильнике. Если у вас есть возможность промариновать его дольше, то оставляйте дольше. А также добавляем мирин. Мирин — это сладкое рисовое вино. Можете его заменить белым сухим вином. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник. Приготовим соус. Для этого нам потребуется соевый соус. Опять же мирин. Куриный бульон. Можете взять бульон из кубиков. А также крахмал. Все хорошо перемешиваем, чтобы в соусе не было комочков. Разогреваем масло в сковороде. Масло должно быть хорошо нагрето. Обжариваем мясо буквально 2 минуты, все время его помешивая. Как только мясо поменяет цвет, мы его достаем в отдельную тарелку. Добавляем чеснок. Имбирь. Перец. А также лук. Все обжариваем пару минут. Возвращаем мясо к овощам и добавляем соус. Хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и можно выключать. Если вы хотите, чтобы соус был более густым, нужно подождать еще буквально пару минут. Он сам дойдет, без огня. Ну что ж, вот такое блюдо у нас получается. Спасибо, что сегодня готовили вместе со мной. Подписывайтесь к нам на канал. Не забывайте включать уведомления. И делитесь нашим каналом с вашими друзьями. Приятного аппетита!